реставрация памяти или это политическое? Это, несомненно, политическое мероприятие, не траурное. Мы выходим для того, чтобы выдвигать политические требования к власти. Таким образом мы продолжаем, собственно, дело Немцова. Свободу политзаключенным! Что за политика, блядь? Ну да. Непонятно. Блин, ну не знаю. Посмотрим, как сегодня пройдет. Ну можно, если очень хочется, то можно, как летом было. Разрешения не давали, но народ приходил, особенно молодежь, да. Какие вопросы сейчас самые главные? Почему до сих пор не за решеткой заказчик убийства Немцова? Какого черта вы устраиваете спецоперацию, которая направлена на сохранение личной власти Путина? Почему до сих пор сидят за решеткой невинно осужденные политические заключения? Я блокировал. Космонавт-испытатель. Я правильно сказал? Слушай, я очень просто скажу, космический испытатель. Космический испытатель, да, космический испытатель. Путина в отставку! Путина в отставку! Да, это мы сегодня мощно дали. 30 тысяч. Путина в отставку! Путина в отставку! Не трожь Конституцию! Не трожь Конституцию! Не служи уродам! Полиция с народом! Не служи уродам! Герои не умирают! Герои не умирают! Герои не умирают! Хватит братьев воевать! Это наши деньги! Это наши нищета! Через ранги прошло 22,5 тысячи! Немцов, герой России! 5 лет назад у стен Московского Кремля выстрелами в спину был убит Борис Немцов. Я прошу почтить его память минутой молчания. Долой власть чекистов! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Россия без Путина! Требуют наши глаза! Перемен! 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 Мы здесь власть! Мы здесь власть! Это наша страна! Это наша страна! Это наша страна! Свободу! Россия! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Наше имя Борис Немцов! Для прохода к станции метро Красные Ворота держитесь правее. Для прохода к станции метро Сухаревская держитесь левее. От президента в кабинет куда? Направо, налево? Уважаемые граждане, не задерживайтесь. Прохода к станции метро Красные Ворота. Билет, можно тоже свои себе собрать? Прохода к станции метро Сухаревская держитесь левее. Просто держитесь правее. Ну, конечно. Мы справимся. Вот пошли. Спасибо огромное. С Калмыкии? Как у вас там вообще? Хорошо. У вас там не просто, я знаю. Держимся. Да, честно. Идти на голосовательные нет, говорить или...
Мне кажется, здесь не проходит. Потому что это не референдум. Это же какая-то вообще непонятная правовая процедура. Вообще. То есть они сначала принимают закон, а потом проводят голосование. Да. Причем непонятно, какая, собственно, правовая форма вообще. Это же не референдум, не выборы. Да, но как они это наблюдать? Делают, понимаете? Ты видео снимаешь. О, плохо. Давай, я тебе звоню. Спасибо. Видео снимаешь. Я специально из Екатеринбурга приехала. Можешь сказать? Спасибо огромное. Костя, вот такая же. Так, куда смотреть? Вот туда, вот наверх. Спасибо огромное. А рядом? Костя, можешь? Куда смотришь? Давай. Спасибо большое. Спасибо большое. А так можно? Глава нашего района. Спасибо. Глава района. Спасибо. Я же вас поддерживали. Да, у простотечного права есть. Ребят, спасибо всем большое. Спасибо. Жаль, митинга не было. Как-то так.